Восьмой канал выиграл приз за лучший сюжет про международный марафон, прошедший во Владивостоке. Беговое мероприятие освещали десятки различных региональных и федеральных СМИ. Организаторы среди всех материалов признали наш сюжет лучшим. Благодарности и сувениры получил лично автор репортажа Максим Яковлев, который получал уже подобную награду после материала о ледовом полумарафоне. Оргкомитет Международного Одинцовского марафона совместно с нашим титульным партнером Samsung выбрали лучший пострепортаж события и решили наградить восьмой канал за лучший репортаж, по нашему мнению, обоюдному. Надеемся, что этот приз Galaxy Watch Smart часы вдохновит вас на дальнейшие крутые репортажи о наших событиях. Спасибо. Поздравляем! Спасибо большое. Благодарим вас за ваш вклад. Благодарствую. Спасибо. Все, спасибо большое. Напомню, международный марафон проходил 28 сентября. Главное беговое событие года во Владивостоке побило рекорд как по количеству спортсменов, так и по числу иностранных участников. Почти каждый пятый бегун был гостем из таких стран, как Австрия, Китай, Лаос, США и многих других. Все участники преодолевали на выбор дистанцию длиной от 5 до 42 километров.